Да, спинку надо ровно держать свою. Паша, если я не буду под рубашку спускать? Да не пускай, нормально. Как? Чего? Будешь сесть, пожалуйста. С той стороны. И вообще вот так вот он должен стоять. Запорожье полицейские что-то там украли. Нормально, я сижу, все. Мы готовы. Я готов. Поехали. Добрый день. Это новости. С вами Владислав Михайленко. В Запорожье полицейские... Ты можешь как-то полный голос, нормально, четко? В Запорожье полицейские инсценировали смерть бизнесмена для того, чтобы предотвратить заказное убийство. Я волнуюсь, да. Хорошо. Ну, поехали. В Запорожье полицейские инсценировали смерть бизнесмена для того, чтобы предотвратить заказное убийство. Правоохранители пошли на такие меры после того, как в управлении криминальной полиции поступила информация о том, что для убийства одного из запорожских предпринимателей разыскивают исполнителя. Полицейские разместили в местных СМИ информацию о гибели бизнесмена, чтобы заказчик убийства убедился в выполнении его поручения. После передачи оговоренной суммы исполнительный заказчик был задержан полицией. В Запорожском театре молодежи прошел 4-й благотворительный аукцион «Добро сердец», организованный школой «Эйдос». Это заведение уже 4-й раз проводит благотворительный аукцион по продаже картин, написанных в основном учениками. Аукцион был посвящен сбору средств на полноценный выпускной бал для старшеклассников Гуляйпольской специальной школы-интерната 13 сирот и 7 ребят из неблагополучных семей. Благодаря творчеству школьников Эйдоса у этих выпускников будет все, о чем мечтают молодые люди перед прощанием со школой. Красивые наряды, прически, макияж и праздник. В прошлый раз на деньги, вырученные от продажи живописи, школьники 12 детей прошли полный курс по терапии, реабилитации с помощью лечебной верховой езды. Сегодня ночью на проспекте Соборном нога мужчины застряла в решетке цокольного этажа. Самостоятельно освободиться из неожиданной ловушки запорожец не смог. К пленному подъехали патрульные полицейские, которые и вызвали спасатели. На место события прибыли бойцы аварийно-спасательной службы «Кобра». С помощью комбинированного резака разжали решетку и освободили ногу, рассказал заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы «Кобра» Эдуард Нехорошев. Фельдшер-спасатель, который находился в каждой выездной бригаде, осмотрел мужчину. Серьезных травм у него не было, но было рекомендовано обратиться в больницу. С вами был Владислав Михайленко. До новых встреч. Фух. Оп. Я буду теперь. Не сфотала? А? Ты сфотала меня? Тебя? Нет, а надо было? Редиска, я тебе положу телефон. Я забрал долю, чтобы он там не Я тебя сейчас фотографирую. О, вот. А что тут так высоко? Паша сказал. Это, наверное, нижняя. А как тут? Вот это, да. А куда? Вверх или вниз? На себя.